Здравствуйте, глубоко уважаемые любители музыки. Мы сейчас вам расскажем о том, как правильно аккомпанировать песни «What a Wonderful World». Наиболее она известна в исполнении Луи Армстронга, и, собственно, первоначально он именно ее и спел. Песню сочинили Боб Тилл и Джордж Вайс. В 1967 году они ее предложили Тони Беннету, но тот отказался, и тогда песня была переадресована Луи Армстронгу, который с удовольствием ее записал. Песня достигла моментально первых позиций в чартах Великобритании. В Америке продавалась чуть хуже, но это уже отдельная история. Там был ряд скандалов. Мы вам покажем чуть-чуть упрощенную версию гармонии, но достаточно правильную с точки зрения там, голосоведения, линии баса и так далее. Будем вам ее показывать под оригинал, под первоначальное исполнение Луи Армстронгом. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful. Ooh.